Твоих. Благодарю Тебя, что меня недостойного причаститься причистых Твоих и небесных дорог Ты удостоил. Но, Владыка, человека любит ради нас умерший и воскресший, даровавши нам эти страшные, животворящие твои таинства. Во благодеяние и освящение души и тела наши, сделай, чтобы они были умело исцеление души и тела, во отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, веру твердую в любовь нелицемерную, в исполнение мудрости и соблюдение заповедей Твоих, умножение божественной Твоей благодати и Твоего царства приобретения, чтобы, сохраняя ими в освящении Твоем, я всегда помнил милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинное целестремление и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, за причащение причистых и вытворящих Твоих таинств. Молю же Тебе, благой, человеколюбивый, сохрани меня под покровом Твоим и в тени крыльев Твоих, и даруй мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащаться святым Твоим, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший в пищу мне плоть Твою добровольно, Ты огонь, сожигающий недостойных. Не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучше в члены тела моего во все составы, во внутренности, в сердце, и сожги терния всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою. Всегда защищай, храняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, устрояй меня, украшай, разумляй, просвещай меня. Яви меня Твоей обителью единого духа и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя Тебе представляй всех святых начальников воинств бесплодных, притечу Твою мудрых апостолов и сверх их Твою непорочную чистую Матерь. Прими их молитвы, милосердный Христос мой, Сыном Света соделай Твоего служителя, ибо Ты единый благое освящение, а также сияние душ наших, и Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и кровь Твоя драгоценное прощение грехов, да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье, страшный живот. И второе пришествие Твое, сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Святая Владычица Богородица, свет омраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родившая истинный свет, просвети духовные очи сердца моего, источник бессмертия родившая, оживи меня умерщвленного грехом, милостивого Бога, любящая милосердие Матери, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда племен бывает разум мой, и удостой мне до последнего моего вздоха, не осуждения принимать святыню пречистых таинств, новое исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенная и прославленная во веки. Аминь. Ты не отпущаешь и раба Твою, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь того, Ти мои спасения Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Твоему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим.
И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую Слово Твое. Им же боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческие обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобнее, моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Явился и сие основание непоколебимое Церкви, подая всем некрадомое господство человекам, запечатляя Твоим велениями небоявления Василия преподобнее, и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешные моления гласы, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующий Христом Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним благослови Отче. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!